продолжаться, то животный мир просто вымрет, исчезнет. The Lord appeared himself in the form of Buddha. И сам Господь явился здесь как Будда. And explained to them. И объяснил им. Hey, what you are doing? Сказал, что же вы делаете? Everything void. There's no God. Все это пустота, нет никакого Бога. Is it? Не так? No God. Нет Бога. В самом деле. All empty. Все есть пустота. Yeah, meditate empty. Да, просто медитируйте на пустоту. No need to kill. Нет необходимости убивать. И они последовали за ним. Мы начали медитировать на пустоту. But the Lord realized, hey, you forget me. Ну, Господь понял, что они забыли о нем. If your children forget you, what you feel? Если ваши дети забывают о вас, как вы себя будете чувствовать? Если Кришнадас забудет об Анинде и Анирудхе, что они будут испытывать? Это хорошо или нехорошо? Это хорошо или нет? Плохо. Очень плохо. Хуже, если он... So the Lord said the same way, thinking, hey, my children forget me. То есть таким же образом Господь увидел, что его дети забыли о нем. Then Lord ordered to his devotees. И Господь приказал своему преданному Шиве, который является величайшим вайшнавом. Господь Шива является преданным Кришнавом. Он величайший из вайшнавов, Шампу. Hey, you go. Anyhow, you have to establish me in your heart. Он сказал, снизойди на землю, каким-то образом ты должен возродить в их сердцах веру в меня. Итак, ты должен восстановить веру в меня в этой философии, ну, замену философии. Итак, он принял форму воплощения как Шанкара. И стал известен под именем Шри Шанкарачари. Hey, you guys are talking, thinking about no God? How is it possible? И Шанкарачарья сказал, послушайте, как же так вы говорите, что Бога не существует, как это возможно? Hey, God, you are God. На самом деле вы и есть Бог. Прагьянан, Брахмо, your knowledge is God. Твое знание — это и есть Бог.